В неочередное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский состоялось в зале администрации под председательством первого заместителя главы района Руслана Ямыкова. Члены комиссии рассмотрели один важный вопрос – дополнительные меры по нейтрализации террористических угроз и обеспечению антитеррористической защищенности объектов на территории района. С докладом по данному вопросу выступили заместитель начальника управления образования Нурет Бричева, заместитель начальника полиции межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Руслан Хуажев, директор Центра народной культуры Зара Коблева. Докладчики отметили усиление взаимодействия всех правоохранительных и силовых ведомств. Особое внимание участников заседания было обращено на мониторинг соцсетей и иных информационных ресурсов, проверку пожарных сигнализаций и систем пожаротушения в учреждениях с массовым пребыванием людей, а также пресечение вброса провокационных и фейковых новостей в интернет-пространство.